Уютная обстановка загородного клуба в поселке Измайлово словно создана для проведения первого бизнес-форума, посвященного открытию комитета по поддержке и развитию семейного предпринимательства при торгово-промышленной палате Ленинского городского округа. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы сегодня пришли, поприветствовать от лица администрации Ленинского городского округа, от Совета депутатов Ленинского городского округа. Мы все очень рады вас видеть на Обидовской ленинской земле. И я надеюсь, что подобные мероприятия, они будут массовыми. Не единственный округ, который будет заинтересован в развитии именно семейного бизнеса. В принципе, семейный бизнес, он всегда был где-то рядом с нами. У нас есть отраслевые комитеты, которые занимаются отраслевыми направлениями, очень важными и нужными, но не было чего-то общего, которое объединило бы всех нас. Это как раз-таки семейный бизнес. Комитет организован по инициативе семьи предпринимателей Марины и Сергея Коняхиных. Свое дело супруги открыли 10 лет назад. Сейчас у них целая сеть частных детских садов. В дальнейшем мы планируем выйти с инициативы в Московскую областную думу, чтобы в Московской области внесли понятие семейное предпринимательство. В дальнейшем мы планируем, что будет в Московской области введен семейный патент, где у предпринимателей, кто ведет семейный бизнес, будет возможность использовать его. Я помогаю в плане организационных моментов, каких-то технических, правовых, документальных, чтобы, соответственно, снять супруги свои бюрократические номенклатуры этой части. Приехали поддержать предпринимателей округа представители федеральной и региональной торгово-промышленных палат. Проекту уже более 5 лет. Он объединяет семейные компании со всех регионов нашей страны. В каждом регионе у нас открываются как раз-таки комитеты по семейному предпринимательству. У них входят активные представители семейного бизнеса. В разных отраслях они действуют. Это и производственный бизнес, это и сельское хозяйство, и услуги. Проблема семейного бизнеса стоит уже давно. И это проект федеральной нашей торгово-промышленной палаты Российской Федерации, который поддерживается и правительством нашей Российской Федерации. Поэтому мы считаем эту задачу развития семейного предпринимательства очень важной. Те комитеты, которые уже на федеральном уровне поддерживают вас, поддерживают нас всех, это огромное, вы знаете, достижение для предпринимателей. Главные задачи комитета – развитие семейного предпринимательства, выявление и решение проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены, а также привлечение к труду подрастающее поколение. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.